Да, здравствуйте. Олег, хотелось бы спросить вас по поводу Норильского никеля. Почему акции выглядят так неубедительно? Ну, здесь две причины. Первое, то, что у нас был даунтренд, и при общем даунтренде все акции падали, включая Норильский никель. Но поскольку здесь накладывается история байбека, то вот этот даунтренд показал инвесторам наглядно, какие риски существуют по акции. А компания Норильский никель, когда объявила байбек, она не дала гарантии, что этот байбек осуществится. То есть в том меморандуме, которым был распространен среди инвесторов, говорится о том, что может быть обратный ход у этого байбека в том случае, если не будут найдены достаточные деньги для финансирования этого проекта. Соответственно, многие инвесторы боятся закладываться на эту операцию, то есть боятся оказаться в дураках, если они купят акцию, байбек не окажется, не будет осуществленным. И тогда акция упадет, они станут обыкновенными инвесторами, а не теми людьми, которые заложились именно на этот выкуп. Ну, надо сказать, что, конечно, такое может быть опасение, но это не самое страшное, что может быть. Ну, вот хотелось бы спросить, а вообще стоит ли участвовать в байбеке? Ну, могу сказать, что в байбеке стоит рискнуть по той причине, что даже если он не состоится, а если он состоится, он принесет немалую прибыль миноритариям, то сама по себе компания, она, вообще-то говоря, просит инвестиций, денег. И поэтому мы хотели бы об этом обсудить на нашем вебинаре, который пройдет в этот четверг в 12 часов, наша компания. Спасибо большое, придем.